Фотомания у Виктора Бухрова началась в конце 60-х, когда ему подарили фотоаппарат «Зорки 4». Признается, уже тогда понимал, фотография должна быть живой, не иллюстрировать события, а доносить до зрителя определенную мысль. За 40 лет работы мастер приобрел внушительный послужной список. Признание мировой общественности, но принципам своим не изменил. Человек, который держит в руках фотоаппарат, он должен всматриваться в мир своим внутренним ощущением. Конечно, он должен мыслить, он должен чувствовать, он должен как-то эти мысли и чувства соотносить со временем. Он должен много работать, чтобы, овладев ремеслом, у него появился язык, речь своя. В экспозиции представлено 73 работы автора. Это пейзаж, городская лирика, сельские зарисовки. Особое место занимает портретная серия творческой элиты Кургана. Это не зеркальное отражение, а характеры. Среди художников и портрет ветерана Великой Отечественной Якова Аброха. По словам фронтового медика, он неистовый поклонник творчества Виктора Александровича, а накануне юбилея посвятил ему свои стихи. Я увидел в нем большого художника. Я увидел в нем настолько творческий подъем и темперамент, который присутствует только у людей необыкновенных, у людей маститых, у настоящих мастеров. Оценить новый цикл работ зауральского мастера можно будет до конца ноября. Юрий Пестерев, Кристина Волковинская, Александр Менщиков, Юлия Сафронова, телекомпания «Регион 45».